Сильные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга Святителя, том 3, страница 601. Кавычки. «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от меня». Вот еще беда одна какая-то, что вроде и учат, и проповеди вроде говорят, но послушаешь. Некоторые хорошо говорят. Некоторые говорят хорошо, очень хорошо и убедительно. Но не по Слову Божьему. Я тут недавно, мне ссылку скинули, проповедь одного священника. Священник православный. Первозванцев его фамилия. Фамилия такая, как бы это, громкоговорящая. И статья у него называется, что мужья не должны учить жен быть покорными. Это вообще противоречиво будет. То есть, и это, говорит, в Библии написано для жен, а не для мужей. У мужей одно право есть. Не учить жен, а у них есть право быть распятыми своими неверными женами. Вот это да, красиво так сказал, что... Наворотил, наворотник, говорю, я прочитал, думаю, вообще. Стыдно даже. Но, ну, я прочитал, я думаю, неужели такое вот он в интернете все открыто. И этому учит Библия. Вы, мужья, вот вы сидите под каблуком мужем и сидите тихо и не мышите, иначе вас жены ваши распнут. Смысл его слов, вот я так для себя понял. Покоритесь женам. Покоритесь женам. А если не хотите покоряться, вас ждет крестная смерть. Вот. Это эта крестная смерть, это ваш крест, это благо. Там а у самого 9 детей, понимаете? И я так еще так подумал, ну здорово, говорю это. Покорился здорово, да? Вот. И жене. А апостол Павел, жене учить не позволяй, он же мужчина. Я так сначала-то, ну, действительно, как бы, до жен, до самих должно доходить, что они должны быть. Ну, а если не доходит, тогда как? Ну, да. Но научают все равно жену. Как вот сегодня? А если тот он не покоряется, то как? Добровольно. Она не покоряется. Ну, она. Молиться тогда? Как? Если Господь не вложил покорность, то вроде как Господь виноват, тогда и учить его не надо, притча о талантах. То ты злой жнешь там, где не сеял, поэтому на тебе твое. Я ничего не буду развивать, и на жену мне наплевать. Пусть она за себя отвечает, я за себя, как же. Вот беда, лютые волки, щадящие стадо. То есть сами слепой ведет слепого, и не оба ли упадут в яму. Второй Тимофею 2:3. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Толкование. Видишь ли, что терпеть страдания свойственно воину? Поэтому не терпеть страданий недостойно воина. Следовательно, не должно скорбеть, если кто страдает, будучи поставлен в ряды воинов. Какая честь быть воином Христовым, когда некоторые считают важным быть воинами земного царя. Есть церковь земная и небесная. Церковь земная — это вот какая? А церковь небесная — это торжествующая. А земная как называется церковь? Храм,
Ну вот те, которые спасены, это называется церковь торжествующая. То есть они торжествуют, что одержали что? Победу над кем? Над дьяволом. А мы-то одержали победу-то? Еще пока не знаем. Мы пока еще не торжествуем. Поэтому мы церковь, которая хочет одержать эту победу. Правильно? Поэтому мы... Хотящие. Не то, что хотящие, а вот еще раз внимательно, о чем я сейчас почитал. Смотрите. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Так, какая мы церковь? Воинствующая. Мы воюем с кем? С дьяволом. Совершенно верно. Молодец. Вот. А где этот дьявол? В аду. Нет, вот, иди вот сюда, подойди. Вот к этому месту, к уголку, и посмотри где он, тут рядом. Там его увидишь. Зеркало. Понимаешь, мы должны сами со своим «я» воевать. То есть со своими страстями и похотями. Свой характер нам ломать, свое «я». А? В углу стоит за то, что проказничал. Нет, ну прощение, дьявол мамочки не в аду. Просить. Дьявол, он, понимаешь, он внутри каждого. Он так же, как и Христос вездесущий, так и дьявол. Он ни на одну литургию не подпускает. Он всегда старается человека увести с истинного пути. Мысли всякие греховные навелевает. Там, пакость какую-нибудь сделать. Он раз улыбается. Было такое, подступал к тебе, да? Ты укруши этого супостата. У тебя меч духовный, слово Божие, щит веры, шлем спасения. Ты должен противостоять. А не так, что он поманул тебя пальчиком, а ты улыбнулся и пошел за ним. Как крыса. По голове Евангелием, как батюшка. Знаете эту историю? Женились молодые люди, прожили там полгодика, и приходит батюшка, нам надо чин развенчания. А что случилось? Ну вот, не сошлись характерами. Ну а вы обещали жить вечно друг с другом? Ну да, обещали, но как-то вот брали. Не получается. Он берет это Евангелие, у него пудовое такое, знаете, вот с золотыми-то корочками. Видели в храмах вот такое вот? Ну давайте, чины я буду совершать вам разницу. Как даст по голове жениху-то, как даст невесте. Да. Стрельнул мозги их. Не раз. Продолжать давай. Он еще. Да коли, покуда смерть не разлучит вас. Вот, развенчал. Так что если уж выйдете замуж или женитесь. Терпеть нужно. Сносите немощи друг друга. Сносите, терпеть. Нет идеальных женихов, идеальных невест. У всех свои тараканы в голове. Нужно как-то вытравливать этих тараканов. Но не так, чтобы, а раз ты с тараканами, я найду себя без тараканов. Да, дойдешь уже и с тараканами, с клопами, со змеями. Еще больше там будет. Еще хуже. Ну, поэтому... Раньше бы нам это понять, да? И дальше он пишет, апостол Павел Тимофею, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Толкование. Это сказано всем епископам и учителям. Сильное выражение связывает себя, ибо житейские дела точно суть узы и змеи. Под делами же дает видеть все хлопоты, сделки, суеты и тяготы житейские. Слова эти внушают, что вяжешь себя, что вплетаешься в эти обременения и дела хлопотливые. Об одном воинствовании заботиться. И таким образом... Об одном воинствовании заботься. И таким образом угодишь Христу, избравшему тебя в свое воинство. Вот как Сергей Павлович сегодня воевал с утра. Рассказать вам? Расскажи. Ну, вот. То есть я же член церкви воинствующий, не торжествующий еще. Вот привозят сегодня мне картошку в час дня. Обычно мы в час дня только либо заканчиваем, либо начинаем, когда батюшка согласна же, да? Ну, вот.
А я не знал, батюшка или сегодня или нет. И мама мне строго настолько, чтобы в час был, привезут картошку. Надо разгружать. А тут же занятия, надо же с дьяволом-то воевать, как же вы без меня-то? Россию поражу пастыря, Россию соловцы. Ну я что, надо ж, и картошку надо, и земное там. Связал себя узами, ну пообещал маме-то. И здесь надо с вами быть. Что важнее? Успеваешь, да ты успеешь. Так я-то успею-то, слава богу, что сегодня батюшки нет, служба короткая-то. Вот она мне звонит, а все, я говорю, я успею. А как сделать, чтобы и здесь быть, и там? Ну-ка, добрые воины, как бы вы поступили? Помолиться надо. Помолиться. Ну, помолился, картошка сама разгрузила, здесь само занятие прошло, я молюсь, стою. Можно сделать занятие немного короче, на час, не на полтора, успеешь картошку разгрузить. Занятие можно короче, понятно. Картошку можно как бы... Машину там сказать, чтобы она сломалась, маленько попозже пришла. Может, на занятия просто уйти, мы сами занятия проведем. Следующее занятие ведешь ты. Я еду на соревнования как раз, на следующее. Ну, соревнования это не воскресенье у меня, в субботу. Ты готовься. Значит, 2 Тимофею, 2 глава. Согласна? Нет, ну а что ж это такое предложение? Сами проведем, ну вот и проводите сами. Какой я тут сама подала? Вот. Я принял решение. У нас вот живет у меня брат Никита с Потеряевки. Я говорю, Никит, ну ты помоложе, говорю, разгрузишь картошку. Он, да, разгружу. Только служба. Ну что это картошка? Время-то час это еще. Я говорю, в час привезут. Он даже на занятиях побежал, у него причина, надо картошку разгружать. Вот, то есть все зависит от сердца, чего, к чему оно склонно. Либо к картошке там, пазлы собирает целый день, не знаю, что. Ну что ж ты, займись чем-нибудь. Пазлы, здорово, мужик. Интересно, ну не каждый же день. Ну мне тоже что-то интересно, ну посмотрел сериал один. Какой? Про собак? Все, ну не каждый же день их смотреть. Не. Надо делами заниматься. Так. Полтора часа же. Все. До 12. Вопросы есть? Воинствующая церковь. Второй Тимофею 2:5. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. О чем речь? Толкование. Если недостаточно, то есть недостаточно выйти на подвиг или намазаться, или сойтись с противником, если человек не соблюдет законов борьбы касательно пищи, питья, воздержания и самого образа борьбы. Ибо не оставляется на произвол состязаться, как кто хочет. То есть и относительно этого законы состязательные. Посмотри на мудрость Павла. Он напоминает Тимофею о воине, чтобы показать, что тот должен быть готов на поражение и смерть. И о борце, чтобы укрепить его на все, и чтобы он постоянно был в подвиге. Что значит незаконно подвязающемуся? Кто как понял? Вот, подвязается человек служить в армии. Можно законно, а можно незаконно. Пошел да так сам по себе. Да. Давай. А как это подвязаться? Подвязаться? Ну, поручиться, подвязаться. Вот ты, я дам тебе какое-нибудь поручение. Подвяжешься здесь вот, занятие провести? То есть возьмешься за это, это значит подвязаться. Ты говоришь, да, возьмусь, значит, подвяжусь. Узелок потуже затяну и приготовлюсь и проведу занятие. Вот это значит подвязаться. А можно, оказывается, что и незаконно подвязаться. Вот он говорит, если же кто и подвязается, то есть берется воевать, но незаконно, то не будет ему награды.
Что значит незаконно? Значит, без разрешения. Без разрешения. Без благословения. Без благословения. Вот все сектанты, они подвязались, они что-то воюют с дьяволом, но незаконно, они не церковь. У меня вот мысль такая сразу посетила. Вот. Потому что рукоположения нет, Дух Святой, они вне церкви. А вне церкви нет истинного понимания вот этого. Все с Библии носятся, все 22 тысячи, сколько там их сект, у всех одна и та же Библия. Да. Друг друга не признают. Православную церковь все единодушно поносят. Да, вот. Почему? Где истина? А истина, церковь, столб утверждения истины. То есть они вот эти вот вроде как и воюют, и у них и победы, как бы, бывают над грехом в определенном степени. Вот. А вдруг истине придут? Я даст маленько победу. Ничего. Да многие, как бы, первая ступень из сект обратились в православие, то есть, как бы, а некоторые говорят, да лучше пусть он будет пьяница, чем сектант, то есть пьяницу можно в православную веру обратить, а там все пьяницы, что его обращать, а вот сектанта уже никогда, поэтому то, что вот они наркоманов исцеляют, с алкашами секты, это вот наши псевдоправославные говорят, что вот зачем они этим занимаются. А дух дышит где хочет, то есть и происходит исцеление от грехов. Ну да, пока они так вот понимают, но пройдет время, они примут и православную веру. Ступени-то надо пройти, конечно. Вот, да. Ну не обязательно, что, чтобы, допустим, был пьяница, стал православным, нужно сначала в секту вступить. Это вовсе не обязательно, нужно сразу стать православным. Минуя секту, да? Минуя секту, да. Но это, опять же, мы должны трудиться. Не закапывать таланту и идти к самим, к этим пьяницам. Или там, как вот, они-то идут. Вот, наркоманам идут. Ну, мне непонятно, почему Игнатий Тихонович говорит, дайте им умереть своей смертью. Но он наркоман выбрал свою жизнь, это свой путь. С одной стороны, да. То есть ему предлагается раз, два, три, он не хочет отстать от этого греха. Вот. Потому что должно быть желание самого спасающегося. Нам далеко ходить не надо, у нас есть свой член общины, или уже, да. Уже не член общины, к которому мы словами не достучались. Разве не ходили? Ходили. Молятся люди, молятся. Он член общины. Он уже не член общины. У нас, да. Но был же членом. Почему он член и остается? Пока? Он еще член общины? Да. Да какой он во блаженных и все. Он наказан. Андрей Дробот. Она об Андрее Дробот, а ты это два разбойника. Один покаялся, а другой нет. Нет, я не о брате, который лечится, да, а да. О том, который не слышит. Вот, а ты-то все неправильно поняла. Я тоже про Андрея как бы сразу понял, что об Андрее Дробот речь. Он пьет и не кается, а этот пьет и кается. Вот две большие разницы, понимаете? Громаднейшая разница, как два разбойника. Вы понимаете, один признает, что он одержим страстью, вот это вот пьянство, вот или нет, как... А тот не признает. Он же не признает, что он алкоголик уже. А что говорит? Ну вот я видел, там кто-то вино пьет. Ну ты извини, ты посмотри-ка сколько ты, и что ты разве вино пьешь? А тот вино в праздник там пригубил, ты увидел раз. Поэтому он вот как вот, вот идите. Вот дальше что с ним делать, Сережа? Мы только молимся о нем. Он даже никого из братьев и видеть не хочет. Сестры вроде пишут, вот надо помочь им там туалет сделать. Да, он не хочет, да. Чтобы к нему даже приходили братья. Не хочет. И что-то помогали, да, делать. Я теперь не об отступивших братьев говорю, а те, которые вообще не были братьями, а потенциальных братьев. Он отступник, он, как сказано, если брат называется... А сам блудит, то будет тебе как язычник и мытарь, или пьет, какая разница. Он не брат уже, то есть. Он оглашенный, правильно. А вот, он оглашенный, он не член церкви. Вот. У Инафа можно спросить, да болит, ну, да? Ну зачем? Нет. Ну зачем спросить? Ну, да, я например, думала, что он не пьет. Ничего. Мы все знаем, ничего нового. А я не знала этого, что он не пьет. Хотя рядом.
Ну, я с Настей как бы разговаривал, мне понравилось, что отец всегда, он хоть и это, но он отец. Он бывает в трезвом состоянии, а когда в пьяном, они уже называют его другим, как бы, то есть как будто как не он. Беда, конечно, это и... Ага, ты меня пугаешь, что у тебя за вопрос там? Ну, давай. Батюшка на службе говорит оглашение за детей. Это как? Хороший вопрос. Кто такие оглашенные? Оглашенные и что такое изыдите? Изыдите понятно? После оглашенной они выходят. Выходите. Выходят, да. Ты не выходишь, когда оглашенная. То есть ты верная. Что такое верная? То есть ты за грех не отлучена, ты не пьяница, не воровка, не блудница, все, ты верная, понимаешь, ты стоишь и все. А оглашенные, это которые оглашаются Словом Божьим. Вот оглашение есть такой, институт оглашения, которым говорят, глаголят. Оглашать, значит, ну, глаголить, говорить. Они слушают, то есть они еще не в числе верных. Хотя... Они только готовятся стать христианами, членами нашей общины. И пока они не члены нашей общины, вернее, не члены церкви, ну и общины у нас, потом обычно, когда человек... Крещенные, скажи. Да, не крещенные. У нас потому что человек, когда крестится, он два заявления пишет на вступление в общину, ну и крещение. Кто-то не вступает в общину, просто крестится. Кто-то член общины, но не крещенный, такие могут тоже быть. Вот. Кто-то был христианином, совершил грех какой-то, и батюшка его отлучает от причастия на время, до того, пока он покается, то есть перестанет грех этот говорить. И какое-то время, на год, на два, я 3 года стоял в оглашенных, грех сделал, 3 года стоял, каялся, плакал в коридоре, туда причастие я не мог допускать. Потом, когда покаялся, когда очистился от этого греха, потом опять стал членом церкви. И теперь уже боюсь этот грех делать, я не делаю его никогда, потому что опять в коридоре стоять и плакать стыдно. Стыдно. Хочется быть с верными, понимаешь? Вот. Когда оглашенные изыдите, оглашенные выходят. Те, которые их две категории, которые отлученные за грех, или которые еще не члены церкви, вот такие оглашенные. Которые еще не крестились. Ну. Член церкви, это который крещенный. Угу. Попроще так. В Библии написано, что книжники и фарисеи как-то вместе написано, они что, вместе ходят? Книжники и фарисеи. То есть они разные. В одном комплекте. Да, в одном комплекте. То есть у них... Вообще фарисеи, это значит отделенный. Фарисеи, они считали себя праведниками, а других считали грешниками. Вот притча о мытаре и фарисее. Мытарь — это был налоговый инспектор, который обдирал своих же. Они были, евреи были под гнетом у римлян. А мытари — это были такие полицаи, которые свои же деньги отобирали и римлянам, как бы... Вам это может быть сложно понять, а вот недавно было вот... Что значит отобирали? Были же определенные налоги. Налоги из народа выбирался человек, его называли мытарь. Почему его все так ненавидели? Ну, не любили, потому что он работал на римское... Да. На врага, на фашистов. И у нас тоже предатели Родины очень ненавидят. Не на фашистов. Может, когда свой как бы берет эти налоги, люди на него смотрят косо. Если бы пришел чужой, бы на него так не реагировали бы. Платили бы те же налоги, но так не реагировали. Потому что он чужой. Да. Еще брал он больше иногда. У нас сейчас мытарь, это государство, налог берет. Не государство. 13%. Это налоговая инспекция. Это то же самое. Это налоговая инспекция. Ну, то же самое. Тогда просто инспекции не было, был человек, который собирал. Тот же мытарь, а сейчас мытарь переводится. Конкретные налоговые фарисеи и книжники. Вот, смотри. Вот. И вот фарисей молился. И мытарь молился. Мытарь, он покаялся. Говорит: Боже, милостив будь ко мне грешному. А фарисей молился так: благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. Понимаешь? То есть он превозносился. Превозносился.
А книжники, они тоже, они, понимаешь, они читали о, о Христе, что придет Мессия, освободит их от римского гнета, они так думали. Хотя Писание говорило, что освобождение будет от греха, а не от римского гнета. И когда пришел Христос, они в нем видели, вот, наконец-то Мессия пришел, который сейчас этих римлян, этих, ну, по-нашему сказать, фашистов свергнет, и наступит опять советская власть, наступит опять еврейская власть, понимаешь? А Христос, он не собирался этого делать. И они думают, да он предатель Родины, он пришел лже-мессия какой-то. Мы-то думали, сейчас сами будем править всем миром, понимаешь? Вот. А Христос говорит, не миром надо править, не людьми, а нужно... Мы воюем-то не против мира, а против духов злобы поднебесной, против дьявола. Души спасать свои, да? Да. Ну, она хочет понять, кто такие, ну, это фарисеи и книжники. Чем они отличаются? Почему, почему их всегда почему? Вместе? Тогда в то время были саддукеи, были фарисеи. Как вот сейчас сектанты есть, есть православные. Вот эта суть надо-то ей рассказать. Да. Это группировка людей, которые, они ученые были, много знали, фарисеи. И книжники тоже. Но не всегда правильно выполнялось это. А суть-то в том, что это просто группа людей, которые много знали, ученые были. Совершенно верно. Фарисеи. Были саддукеи. Фарисеи верили в это, что это, как воскресенье. Сказать, воскресенье. А саддукеи не верили. Как сейчас вот секты есть и православные. Да, то есть общее между фарисеями и саддукеями тем, что люди были грамотные и начитанные. Да. И те саддукеи тоже грамотные. Но эта грамотность и начитанность никак им не помогла. Потому что они не понимали смысла. Понимаешь? Смысла. То, что хочет Господь передать, вот смысл. И, истину не знаю. Да, и Златоуст говорит, не покажи мне, как написано. Покажи мне смысл написано. Потому что извратить можно абсолютно все. Я не знаю. Любой закон. Еще как говорится, что дышло, как повернешь, так и вышло. Закон говорит, что дышло. Поняла, поэтому они вместе, потому что они читали, но не понимали. А другой читал, к нему подходит, говорит, понимаешь ли, что написано? А как я пойму, если не будет Филипп, наставника? Он его наставил, и он у него конкретно, вот это вот о чем написано, что изъязвен. За грехи людские, о ком это? Так это же о Христе. А я-то думал, о ком же это? Сидел, голову ломал. И все, ему пелена зла спала, и он стал христианином. А книжники фарисеи не стали христианами. Они также в своей упертости, нам вот царя, владыку подавай, чтобы мы римлян, то они нас гнобят, теперь мы их будем. Превозносились над людьми. Вот сложно объясняете. Можно. Почему, когда молятся Господа, пожалуйста, можно сказать или просто попросите все? Я думаю, греха в этом не будет, наоборот, пожалуйста, то есть это у тебя оно уже так наболело. Когда мы говорим слово пожалуйста, когда нам очень сильно нужно. Всегда. Вот. Мы всегда вот. Говорим. Вот. Нам всегда вот. Очень сильно нужно. Да. Поэтому говорим, говори, Христа, пожалуйста, этим пожалуйста, самым ты сердце свое располагай. Греха в этом нет, наоборот. Я считаю, что нужно, если же тебе нужно, если без пожалуйста, то и не проси, не поминай мне Господа твоего в суе. Если тебе это действительно не сильно нужно, то и не досаждай. Как бы. А если уж приперло, то тут и пожалуйста скажешь, и на колени и упадешь. Ну, обычно Валя, и голову пеплом посыпешь, как ниневитянин. Не, когда Господь к Богу обращаешься, что ты будешь говорить? Господи, ради Христа, да, ради имени Твоего, вот так можно молиться. Да, ради Христа, да, к Отцу. К Творца обращаемся. Именем. Да, и в молитве еще нужно добавлять, как бы тебе это надо, но ты до конца не знаешь. Надо тебе это или не надо, только Бог знает. Понимаешь? Дай мне, Господи, мужа красивого и кучерявого, пожалуйста. Ради Христа. А тебе и не нужен он сроду, ты понимаешь? Как это кучерявый-то? Что это? Как мне нужен? Чулусый, что ли? Правильно? Ну, так, как бы. Поэтому не все просьбы сразу выполняются. Поэтому и правильно, Тарас, заметил. Но да будет воля твоя.
если угодно, чтобы я прям в монашестве жизнь прожила и Господу служила, так это может быть и больше награда там. Другие поднимают руку, давай спрашивай. Ну, сегодня активная публика. Давай. Хорошо. Так, подожди. Ну нет, пусть. Пока ну, пусть одного. Она. Давай. Кто я? Да, ну тогда вопрос у Агнии. Давай. Что-то Тараси хотел. Ты хотел вроде что-то. Когда Бог сотворял мир, то перед этим он, Господь, что, парил просто темнота и все? Да, скучно. Вода была. Это трудно поверить, но, скорее всего, так и было. Там просто все черное, один Бог летает. Света не было. Нет, ну как? Да. Была тьма. Да, а почему-то это не... Потом он отделил тьму. Писано, и сказал Бог, да будет свет, и стал водой. Свет. Значит, когда-то было время, значит, что света не было, но Бог был всегда. А света не было. Я, конечно, верю. Но не верю, да. Но сомневаюсь. Он же откуда должен был появиться. А вот ниоткуда. Бог был всегда, а свет был не всегда. Но опять же Господь говорит, я есть свет, истина и жизнь. Значит, имеется в виду другой свет. Понимаешь? Солнце не всегда было, небо тоже было не всегда. Вначале сотворил Бог что? Землю. Небо. Нет, не землю, небо, не землю. Может быть, одновременно он сотворил, может быть, там раньше планеты, ангелы. Что раньше были, ангелы или люди? Ангелы. Ангелы. Откуда мы это знаем? В Библии написано. Где написано? В какой книге? Бытие. Бытие. Ну, ребятишки какие. Принимайте, прям, как написано, прям пока. Прям книжники, потом... прям какие-то собрались фарисеями. Еще вопросы? Леонид, у тебя вопросы? Нет, у меня вопросы. Она руку поднимается. Продолжим. У тебя, Агния, больше нет вопросов? Что-то быстро закончилось. 2 минуты осталось тебе. Второе Тимофею 2:6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Толкование. Приводит еще третий пример, который особенно близок к учителю. Ибо примеры воина и ротоборца относятся и к подчиненным. Земледелец не о себе заботится, но о земле и получает немалое воздаяние от плодородия. Так и учитель. Пастырь не напрасно трудится, но сам первый вкушает от плода своих потов. Ибо Бог преозобильно воздаст ему. Посему, чтобы кто не стал скучать и недовольство изъявлять, что воздаяние отлагается на будущее, апостол говорит, вот, в самом труде ты получаешь уже воздаяние. Если не другое что, то пользование душ есть великое уже для тебя приобретение. Некоторые разумеют здесь честь, воздаваемую учителям, но это не имеет основания. И смотри, апостол не сказал делателю, но трудящемуся, то есть не слегка работающему, но до утомления. Можно еще спросить? Сейчас, секундочку. Вот. Ты по этому или по-другому? То, что сейчас читали? Да. Ну, давай. Земледелец – это который огородом занимается? Да, правильно. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Вот ты, например, огородом занимаешься, ты первое можешь ягодку взять, правильно? Помогаешь маме в огороде-то? Я сначала семье, потом себе. Сначала в семье, ягодку. Потом себе. Но здесь... Понятно, что ты для семьи выращиваешь, что понятно, что ты о семье заботишься, но здесь Писание говорит немножко другую вещь. То есть трудящемуся, ты же трудилась, то есть ты имеешь право за то, что ты трудилась, взять ягоду. Семья она возьмет. Она в большой семье клювом не так, шел, ты не летят. Сейчас перевоспитаешь ребенка. Вот. Нормально она воспитана. Нормально воспитана. Семье. Я сейчас говорю о смысле. То, что хочет нам передать апостол Павел. И вот.
Он говорит, что трудящийся может, да и должен брать свои плоды. Учитель трудится, какие у него плоды? Вот я вот вас учу, какие у меня плоды. Никаких нету плодов. Здорово живет. Вот вопросы вы задаете, мне уже вот это и плоды. То есть вы уже интересуетесь. И мне радостно от этого. А здесь нам говорит, какие плоды-то вы прослушали. Апостол говорит, вот в самом труде ты получаешь уже воздаяние. Если не другое что, то пользование душ есть великое для тебя приобретение. Что такое пользование душ? Великое приобретение. Вот я вас учу. И я могу пользоваться вашими душами. Ну как? Ну, в смысле, попрошу тебя что-нибудь, и ты сделаешь правильно, в знак благодарности за то, что я тебя учу. Ведь так? Так, то есть у тебя сердце расположено. Ты вопросы задавала, я тебе отвечал как мог. Потом я тебя попрошу что-то сделать, и ты же мне не откажешь. Нет. Подумай. Вот это вот мой плод, понимаешь? То есть я могу от тебя о чем-то попросить, потому что я... Я сеял, да. Я имею на это право. Не так, что вот я учу, а там знаете вы что, не знаете, и мне по барабану. Выучили вы, не выучили, поняли ли вы, не поняли, задаете ли вы вопросы. Это не учитель, это наемник. А добрый пастырь положает душу свой отец за овец. То есть он спрашивает, поняли, как вы поняли, правильно ли вы поняли. А то я сейчас тебе сказал, так ты первым делом грядку, первое сейчас начнешь, ну как же, мы же читали, что надо первому плоды-то собирать. Неправильно ты поняла. Ты имеешь право взять первое, но также имеешь право и другим отдать, понимаешь? А не так, что, допустим, раз ты работала на грядке, твой огород, вся семья поела, ты сама голодная сидишь. Ну что же несправедливо будет, правильно? Да и не дадут тебе твои родственники тебя с голоду греть. Мне не жалко, я еще выращу. Но ты помрешь с голоду, если тебе не дадут. А вот о чем-то, понимаешь? Попробовать можешь просто, вкусно ли нет, а не выросло. И потом принесешь им. Те примеры, то есть они на сегодняшний день немножко уже как бы по-другому выглядят, звучат. То есть ты не хозяйка, ты же еще девочка, если ты будешь как не хозяйка в доме. Тут же в духовном виде. Да. В духовном, а в прямом. Дальше. 2 Тимофею 2.7. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Вот что самое главное. Толкование. Так как апостол обо всем сказал в притче о воине, о ротоборце, о земледельце, то и говорит, разумей. Потому, говорит, я сказал так, чтобы ум твой изострить. Потом молится о нем, как о родном сыне, не только в том, о чем я сказал, но и во всех словах и делах. А ты молилась, чтобы Господь дал тебе разумение, чтобы правильно все понимать? Тогда и вопросов, может быть, меньше будет. Давай, спрашивай. А откуда люди знают, ну, Иисус Христос рассказывал, как Он сотворял мир? Или они как-то сами узнали? Так книги же Ветхого Завета же было. Моисею было дано откровение. Он записал в книге. Они прочитали его, веровали, оттуда его знали. Ты откуда узнала? Христос же тебе напрямую не говорил. Не говорил. Но он оставил слово свое, написанное в Библии. Ты прочитала и уверовала, и узнала. Откуда они узнали? Бывают такие вещи, что никто нам не говорит, но мы узнаем. Мысль приходит. Мысль сама по себе приходит. Дух Святой, написано, наставит и утешит, и научит Бог. А как? Он же сам не приходил. А вот он духом входит и тебе дает понимание. Понимаешь? Вера от слышания, то есть слова, их произносят. А мысль, она непроизносима, она сама приходит, как веяние тихого ветра. Ветер его же никто тихий не видит, есть он или нет. Сильный ветер, мы видим деревья рвутся. А слабый там даже лепесточки видит, но он есть. Так же и Дух Святой. Интересные вопросы, молодец. А сестра там что-то не о том.
слышали. Галя что-то хотела сказать. 2 Тимофею 2:8. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Толкование. Об этом говорит, имея в виду еретиков. 8. 2 Тимофея 2:8. Были в то время такие, которые почитали стыдом страдать Сыну Божию, и потому, может быть, придумали призрачность воплощения. Бог до того смирился ради нас, что эти люди стыдятся приписывать Богу такое смирение. Говорит об этом также для того, чтобы ободрить ученика, показав ему, что и сам Учитель Христос страданиями победил смерть. Помни об этом, и не подаешь под, и не падешь под тяжестью скорбей. Были и иначе благовествующие, но следует внимать не тем, а моему благовествованию. Когда нападет на вас скорбь или печаль, или что-то такое, ну, вот, вспомните, что и Христос страдал, и гораздо более страдал на кресте. Его невинного разбили, а мы, может быть, страдаем из-за грехов своих. А может быть, и обижают нас, потому что праведные дела делают. Потому что Христос сказал, будете ненавидимы всеми за слово мое. Это скорбит и обижает, и будут вас обижать, и гнать, и поносить, и клеветать на вас, и обзывать. И все это вы должны принимать с благодарностью, и не отвечать злом на зло, и ругательством на ругательство. Терпеть. Богу нашему слава, веки. За эти детские вопросы. Укрепи в нас веру. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо.